Так, дорогие друзья, как я уже сказал, я купил два аддона. Два купил аддона. Этот аддон у нас Hard Ops. Вот это, да? А это аддон Box Cutter. Вот он Box. Давайте его Cutter будем делать. Вот, включим. Появляется здесь. Вот, вырезать. Да? Тут есть не только вырезать, есть еще и различные другие возможности. Вот можно боксом вырезать. Он вырезает боксами. То есть я сейчас вот возьму вот такой, допустим, нарисую бокс и потяну его вниз. И нажму B. И он начнет вырезать вот такую красивую штучку. Сразу же. Это меня поразило, конечно. Вот такая деструктивная штука. Как болен, если она очень неплохо так работает. Причем можно делать так. Нажать левой кнопкой мышки, он пробивает. Ну, представьте, вот сколько мне надо времени, чтобы вот такую фигуру слепить. Сколько надо времени, сколько надо Ctrl-R-чиков делать и все и тому подобное, да? Ну. А теперь он может различными делать. То есть я сейчас включу Ctrl-D, мне кажется. Да. И скажу ему, что я хочу. Так, Ctrl-D, секундочку. Ctrl-D. Вот, я хочу сделать кружочек. Вот, я вырезал кружочек. Кликнул, и он мне пробил дырочку. Если я вырежу вот такой кружочек, да, остановлюсь и поведу его вниз, то он мне сделает вот такую. То же самое, ну, где угодно. Повести вниз, сразу нажать B. Вот сделаю полукруглый. Вот там внутри полукруглый такой. То есть это очень интересный такой аддончик, который будет нам помогать. Ну, я не знаю, нам, вам, я купил. Вы уже там как хотите. Во всяком случае, когда соберетесь или где-нибудь найдете, кто-нибудь вам подарит, то я буду сейчас учиться работать с ним именно. И в дальнейшем Hard Surface, вы знаете, что такое Hard Surface, это не что иное, как просто объекты, сглаженные различными с фейсами сглаженными, да? Вот. И, ну, конечно же, не все это смогут прикупить, но те, кто смогут, могут поучиться, посмотреть. Я, во всяком случае, решился, потому что я сказал, что я хочу быстрее достигать своих целей. Мне 66, мне надо поторапливаться, ребят. Ну вот, давайте посмотрим, что у него еще есть. То есть D, мы сделаем такое круговое меню, выбираем, да? Можем выбрать сразу же здесь все нужные нам вещи. Или говорим Ctrl-D. И она тут не работает. Ctrl-D. А, вот работает. Или вот такая будет менюшка. То есть тут как хотите. То же самое, видите, один из другого вырезается. То есть методы вырезания, вот они здесь, которые мы все будем с вами изучать. Ну а пока давайте посмотрим, что еще у него есть. Выберем, когда он выбран, и он начинает работать, да? Далее интересная функция еще, что мы можем, допустим, вот сейчас пойдем, возьмем, так, Ctrl-D, вот этот, выделим и нажмем К. Он стал синим. Да?
И теперь мы можем вырезать это дело. То есть образовался вырез. Вот оно. И так мы можем делать любую фигуру. Ну, не знаю, что нам потребуется нарисовать. Можно же ведь и рисовать. Допустим, ну-ка. Ctrl-D. Я думаю, что можно рисовать. Здесь вот так какой-нибудь, знаете ли, такой треугольник. И два раза кликнули и повели его. Вот так. Я не знаю, не увидел, можно ли его двигать. Ну-ка еще раз. Ngon. Так. Вот оно у нас. То есть мы можем двигать, можем вырезать. Это вырезательный верцик, то есть, ну, инструмент вырезать, на котором можно, конечно, править, выставлять как угодно, соединять как угодно, по-прежнему F. Все работает. Мы находимся в блендере, это просто аддон F, который нам в дальнейшем поможет делать какие-то вещи намного быстрее, чем мы это делали раньше. Вот, видите. Вот мы и сделали тут даже какую-то чепухню. Так, что касается... Так, секунду. Что касается Bevel'а, то надо сейчас посмотреть, как он образуется. Еще один. Видите, если мы не выделили, да, то где-то тут вот он образовался кубик, вернее параллелограмм. Ну, как бы он нам не нужен. Нам нужно вот научиться тут показать вам, вырезать, зарезать, да. Во всяком случае, интересно, можно объекты делать. Но он свободный объект, мне кажется, да, конечно, его можно убрать и вообще удалить. Так, а вот если мы выделили, и опять берем вот этот, и говорим X, тогда он режет наш куб на два составных. Вот один, мы его можем просто потянуть. Смотрите, вот он за пределами, да, он вот такой. Вот. Можем уменьшить, как хотите. То есть тоже интересно. И вот тут можем сделать сейчас. Если мы скажем К, он превратится в синий. Будет тоже резать. И здесь мы увидим, что он разрезанный. Видите? Разрез произошел. То есть вот эти три основных я пока запомню для того, чтобы мне тут что-то строить. Мне сначала достаточно будет. Постепенно я буду узнавать другие вещи. Делать больше всяких различных. Так, ну-ка, идет объект. Вот, выделили. И тоже, ну, только, скажем, X, да? И еще можем тут разрезать. Выделить. То есть вот такая штука прикольная. Да? Можем пойти сюда. Здесь у нас D, да. Можем Bevel'ы всякие применять от этого инструмента. От этого вот в основном
Получается резня. Так, какой у нас там отвечает за это? Вот, дело в том, что надо еще научиться. Вот он, сейчас это резьба. Так. Вот видите. Это резьба. Но мне не нужна резьба. Сейчас мне нужно вернуться. Это X. Я вернулся. И продолжаю делать различные вырезки, удаляя то, что не нужно. Ну, то же самое здесь, как я уже сказал, можно выбрать не только бокс, можно выбрать кружочки, да? Нарезать их можно. Так. Не надо кнайф. Где можно поменять год и движение мыши, видите? Можем вернуться сюда. Ну, в общем, вот наших два аддонса. Разбираться будем уже больше, когда научимся. Так, здесь вот это выберем, остальное останется. Ну, вот, если мы хотим такую штуку получить, видите. Ну, я говорю, попробуйте это сделать быстренько, простыми средствами. А здесь очень интересно, можно попробовать все что угодно. Перелепить, вылепить. Так, что тут еще есть? Это непонятно, что сделал. А, ну тут какие-то. То есть очень много всяких функций, поэтому сразу, насколько ничего я не могу вам сразу объяснить. Да и не надо это. Пока вы, чтобы вы поняли, я тоже, в чем преимущество этих аддонов. А потом мы же в следующем видео, может быть, что-то создадим такое простенькое и уже применим на самом деле. Хорошо? Договорились. Всего доброго. Пока.
в другом видео.